Твери в городском саду начала работу почта Деда Мороза. Об этом сообщили в городской администрации. Почтовый ящик для новогодней корреспонденции установлен возле центрального входа в городской сад со стороны улицы Советской. Оставить новогоднюю корреспонденцию можно будет до конца декабря. Также традиционно, когда начнет работу рождественская ярмарка, еще один ящик для писем установят на улице Трехсвятской.